Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы вот так чуть-чуть порыбачили в нашем таком рыбацком домике на пляже, возле моря. И сейчас я, как я говорил, я, наверное, вот сейчас сделаю себе вот те ботинки, которые с помощью них можно быстро бегать. Так, пока что я вот это выкину. И сейчас, ну, краситель. И сейчас. А пока что я сделаю ботинки обычные, вот так. Если я помню, они вот так делаются. Да! Old Running Shoes. 50% скорости бега, это отлично. Сейчас мы посмотрим, как вообще будут... это что такое было? Смотрите. Я когда их одеваю, как-то камера даже удаляется, что ли. Как-то вот так. Ну, в принципе, действительно, скорость бега. Посмотрите. Намного больше. Очень, ну, намного, действительно. Ну, 50% это заметно. А, отлично. Я не скажу, что они такие дорогие. Это у нас вообще из... Ну, да, я там стоит. Так что, если что, то... Те же 4... как его там? 4 кожи, вот, что-то я забыл, ну, в смысле, не запутался, а что-то я забыл, как вообще называется, вообще, капут. 4 кожи добыть из тех же мил-танков, или же добыть, например, и еще 4 железа, да, и еще 2 пера. Ну, я думаю, это не очень сложно, если что будет найти. Что это за покемон? Трам-пам-пам-парам-пам-пам. Чё за хрень? В смысле, не хрень. Мутки. Это вроде начальный покемон, которого можно выбрать. Второй уровень. Охренеть, мы его нашли на пляже у болота. И он словится с первого раза. Если я не ошибаюсь. Если, ну, как я вижу по времени... Накаркал. Словись, пожалуйста. Я его даже не буду ничем бить, так как у него второй уровень. Я его любым скиллом ударю, он умрет. Ну почему? Ну ты второй уровень. Ну что ты так конченно ловишься? Накаркал я, что он с первого уровня словится. Все, у нас уже нету покеболов. Что нам сейчас делать? Давайте заказываем экстренную доставку в руки. Я знаю, что это немножко читерство, но я не скажу, что читерство, так как я расплачу, в смысле, заплачу за эти покеболы, что я сейчас возьму. Я возьму 10 штучек. Это не читится, так что я сейчас объясню почему, но я хотя бы попытаюсь его словить. А, мутки. Да ты что, издеваешься? Ты второй уровень, ну словись ты. Я тебя любой хренью ударю, ты умрешь. Потому что ты второй уровень. И ты так кончено ловишься, да я на тебя уже господи, спасибо тебе. Одиш, ну все, я выключаю вот это. И это, дорогие друзья, я не буду называть это читерством. Так как, смотри, что я сейчас сделаю. Я не буду называть это читерством, потому что если мы его сделаем так, то это не будет считаться за читерством. Я просто купил быструю доставку. Ну, в смысле, у нас же есть магазин, да? Ну, 10 ультраболов стоит 2 алмаза. В смысле, 1 алмаз 5 ультраболов.
Я кладу вот сюда два алмаза и не беру 10 ультраболов, так как 10 ультраболов я уже взял с креативного режима. Так, дорогие друзья, я думаю, вы понимаете, что если бы я телепортнулся сюда и взял бы те два алмаза, в смысле, и купил бы в этом магазине, и потом бы обратно побежал туда за тем покемоном, которого мы нашли, это Мудкип или как он там называется, то он бы уже пропал из того места. Так что, как это можно сказать? Ну, просто экстренная доставка, так, на руки, чтобы мне очень сильно там нужно. Я там позвонил в магазин, вот, не позвонил в магазин, ну, просто мне быстро привезли там 10 ультраболов, а я потом с ними расплатился, вот, забежал в магазин. Здорово, чувак, я, короче, у тебя брал там 10 ультраболов, ну, да, здорово, заказывал. А вот сейчас, смотри, вот, смотри. Вот, да, смотри, я положил сюда два алмаза за 10 ультраболов, которые мне привезли на руки, в смысле сразу, когда я ловил Мудкипа. Хорошо? А? Да. Да, отлично, все. Мы с ним, я ему объяснил, ну, в принципе, все, я вернул два алмаза, и отлично, 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 мы словили Мудкипа. Вот эта хрень, так, все. Так, нужно себе вот эти делать. Как его? Компьютеры. А то капут. Каждый раз вот так бегать, сдурить можно. Вот он, а я ищу его. Охренеть, второй уровень, Мудкип. Мудкип. Офигеть, красавец какой, смотрите. Красавец. Очень красивый покемон, он такой прикольный. Фу. Я его вообще случайно нашел, вы видели. Я просто сбежал и посмотрю на пляже. Охренеть. Вот это действительно очень повезло. Ну то, что я его словил, конечно, потратив. Фиг его знает, сколько ультра... Ну, ультраболов. И вот эти ботинки как мне нравятся. Смотрите, как они вообще скорость увеличивают. И вот, они... Так, они вообще... Они даже не ломаются, смотрите. А они даже еще не покоцались, можно и так сказать. Газ. О, Чинчоу! Офигеть! Он эволюционирует. 27 уровень. Сейчас мы вообще посмотрим, что это за эволюция. Смотрим. Мне очень интересно. Так как я вообще не знаю, что за покемон. Ну, в принципе, сейчас посмотрим. А, что за эволюция? Ух ты! Это что такое? Акула какая-то. Лантурн. Охренеть, сейчас мы посмотрим. Выйдем на более такую открытую местность. Ух ты! Лантурн. Нет, тебя в воду нужно. Иди освежись немножко в воде. Ну, да, рыба такая. Похожа на акулу. Мне так кажется. Ну, прикольная рыба. А, реально прикольный покемон. Мне очень нравится. Так. Ладно, пока что мы продолжим и пойдем вот туда. Ну, пока что мы пойдем выспимся. Ой. Офигеть, Мудкип! Так, все, бежим и дальше. Офигеть, мы нашли начального покемона. Еще кто там? Еще Пуплип, вроде, не хватает, которого я случайно убил. И Тотодайл, которого я нашел вне съемки, хотел его словить, но тоже случайно убил. Еще вроде вот эти два покемона не хватает для полной коллекции начальных покемонов. Может еще кто-то? Я не знаю, я не помню. Вроде вот эти два покемона не хватает, да? Я и не помню. Так, ладно. Вот что с этим пулевагом делать? Как он вообще эволюционирует? С помощью камня или просто? С помощью уровня. Ух, сколько мы прокачали сразу уровней. Ну, сразу опыта.
Ух ты, мы даже Черизарда прокачали. Хотя этот скилл, вот что-то я смотрю, не очень. Хотя, ну, в принципе, пусть будет вот так. Так, сейчас. Вот так. Офигеть, 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 офигеть. Мы словили мудкипа. А вот мы его тут нашли. Мудкип. Ты красавец. Что ты туда заспавнился? Так, а вы какие там уровни? Это что такое было? Кого я там слышал? Кого я слышал? Опять. А, Колбат, Голбат, Колбат. Из шахты его слышно. Ну. Ой, залагало. Залагало. Во, отлично. Черизард. Убиваем мы вот этого с одного удара. И кидаем опять мы Буливага на этого. И опять мы вызываем Черизарда. И убиваем его. Кто там? Зубаты валицинирует, да. Отлично, в Голбата. Давай, валицинируй, валицинируй. Да ты чё ты не показываешь? Ну да, ты выше экрана. В смысле, вот так. Да, Голбат. Дать второй уровень. И у нас есть Голбат. Голбат. Отлично. Фу. Мало того, что мы прокачали вот этого покемона. Вот в этого покемона. Мы прокачали Зубата в Голбата. И мы нашли Мудкипа. Второй уровень. Отлично. Вот этот покемон мне действительно очень нравится. Я не знаю почему, но он прикольный. Очень прикольный. Мне он нравится. Сейчас мы пойдем сюда. Нет. Нет. Ну чё ты? Опять не запрыгиваешь назад. Во. Во. Вот эти лаги. Смотрите, сколько раз показало, что я вызывал покемона. Так, вот тут на берегу можно найти Тотодайла, если повезет. И Пуплипа или как. Ну, вот этого свайна у нас еще вот его нету. Но я пока что его ловить не буду, так как, ну, пока что не хочу его ловить, а потом, если найдем, то словим его. Да, да, вот эти ботинки, как бы, они даже не расходуются, в смысле, прочность их не тратится. Магнимай, ты чё, дурак? Ну... Ну чё ты? Чё ты так долго думаешь? Во, там железо выпало. Так, куда бы нам побежать? Да, о, мы ещё... Ты чё, ты издеваешься? Я чё, ещё один покет-центр нашёл? Или это тот же? Нет, это другой. Так как тут у нас вейпоинта нету. А, ну ладно, так... Ну, в принципе, да, можем мы сюда побежать. И побежим и сюда, только для того, чтобы забрать компьютер с этого покет-центра. Это что такое? Что за освещение? Во. Так. Вот это мы тогда забираем. Ну, в смысле, с Голбата забираем двойной опыт. И ставим Голбата в компьютер. И забираем, кого бы нам прокачать. Кого бы нам прокачать, дорогие друзья? А давайте мы прокачаем вот.
Так, и на Мудкипа это поставим. Я хочу вообще посмотреть, что у него за эволюции будут. А компьютер я не забрал. Если он выпадает. Выпадает. Отлично. Выпадает, так как 10, ну, в смысле, компьютер. Если его разрушить, то он выпадает. Но вот хилки не выпадают. Вот смотрите. О, но зато выпадает 2 алюминия. Нормально. Так, сейчас. Куда бы нам побежать? Куда бы нам побежать? Побежим мы, в принципе, вот сюда. Ух ты, какая скорость. Это действительно очень круто. У, там этот покемон. Он более-менее такой всегда прокачанный. Ну, как я говорил, 47 уровень. Кидаем мы на него мудкипа. 2 уровня. И сразу меняем на Чаризарда. И сейчас сколько ему уровней прокачает? Хочу я посмотреть. Ух ты! Сколько мы ему уровней прокачали. Мы его прокачали за одного покемона. Мудкип у нас был 2 уровень. Мы убили покемона, который имел 47, который был 40, который 47 уровень был, и дал за одного покемона нам дал 21 уровень. И мы прокачали Мудкипа сразу одна эволюция, и он марш-том. А покемон ты еще красивее стал. Был Мудкип, стал марш-том. Отлично, ты меня радуешь. Вот этот покемон, очень красивый покемон. Мне он действительно почему-то очень так нравится. Итак, сейчас мы побежим, в принципе, вот сюда. Но все же лучше бежать по пляжу. В принципе, может там не встретиться и кто-то Дайл, и еще один такой пингвинчик, которого я случайно убил. Хотя он прикольный покемон. Тоже один из начальных покемонов. О, Голдак. Ты какой уровень? 49 уровень. Иди сюда. Так, опять Чаризарда. Хотя это немножко... Пиплуп у нас за спиной заспавнился. Пиплуп! Пиплуп за спиной заспавнился. Пингвин! Это пофиг, какой скилл. Пофиг. Пипл. Офигеть. Если мы его сейчас ловим. Чё ты опять за загрузка? Не словили мы его. Я его опять боюсь даже чем-то ударить, потому что он 6 уровень, я не хочу его опять убить. Не будь ты тем же Мудкипом, которого я не помню сколько пытался словить, и сколько я на него потратил ультраболов. Чё, опять сейчас нужно будет экстренную доставку заказывать? Мы словили пиплупа. Я сейчас... Это жесть просто. Мы за одну серию, за один эпизод, мы нашли 2, можно сказать, даже редких покемонов. И можно сказать, 2 начальных покемонов, которых можно, в принципе, выбрать только на начале. Это у нас был Мудкип, которого мы прокачали уже к Маршторму. И это Пиплуп, но он у нас сейчас в компьютере. Да, в принципе, я даже вот сейчас его могу взять с компьютера. Он у меня и компьютер, вот он. Я не буду брать, потом я его вытащу с компьютера, если он понадобится. Ну, потом, когда мы его будем качать. Это офигеть, мы словили Пиплупа и Мудкипа и Пиплупа в одной серии. В смысле, мы их нашли в одном эпизоде. Офигеть! Вот это повезло.
пиплупа. Мудкипа мы сначала нашли. А потом мы еще нашли и пиплупа, того пингвинчика, которого я очень хотел, но первый раз, когда я его нашел, у меня вроде даже и покеболов почти что не было, там может пару штучек было. И плюс к тому я его случайно убил. Я его хотел словить, но случайно его убил. Что-то я на него использовал скилл, который сначала не использовался, а потом через пару уровней убил его с одного удара. Ну, я его и так вот сейчас встретил, я его нашел, я его словил. И это офигенно, дорогие друзья, потому что вот этого покемона я действительно очень хочу. Это очень классный покемон, и тот же Имудкип, вот, который мне очень нравится, но опять заглючило. Ну, вот, который уже... Опять заглюч, вот. Который уже у нас превратился в Марштомпа, да. И того же Пиплупа, которого мы словили. Офигеть. Это действительно офигеть. Мне эти покемоны действительно очень нравятся. Фу. И в принципе сейчас я буду их качать. Еще нам остался вроде Тотодайл, которого не хватает для полной коллекции стартовых покемонов. Это кто у нас, Манки? Опять что-то начало глючить немножко. И так что, дорогие друзья, в принципе, думаю, на этом уже можно и так закончить. Мы словили... еще раз скажу, мы словили двух начальных покемонов, которых я, можно сказать, очень давно искал. И я их, в принципе, нашел. Случайно, вообще случайно. А Пиплуп это... Мудкип это более-менее. Я бежал по пляжу, бежал. И просто вижу какой-то там... Не, я сначала как бы напал... Ой, это чё глючит-то? Ладно. Я напал на одного... А, мир загрузился. Я напал на одного покемона, а потом вижу спереди еще какой-то покемон. И вообще какая-то его форма незнакомая. Потом, когда я его убил, ну, первого покемона, подбежал к этому второму, смотрю, какой-то Мудкип, то бишь новый покемон. Офигеть. А Пиплуп это вообще он как-то... Вы видели, я думаю, вы помните, как я его... О, еще один покецентр, отлично. Я сейчас как раз туда набегу и там сохранюсь. Ну, сначала убью еще Манки. Праймейпа. Опять что-то заглючило. Ну, а Пиплуп, как у нас вот этот заспавнился? Во, наконец-то. Короче, там стоял... Сейчас я вот этого убью. Так. Два покецентра. Три покецентра. Вот там. И вот там сверху два покецентра. Офигеть. Покецентры сейчас заспавнились кучей. Ну, это действительно очень круто было, дорогие друзья. Это что там у нас? Баттерфри, да? Да, Баттерфри. Ну, это действительно очень круто было. Короче, ну, в смысле, я такой бегу, смотрю, там голдак. А голдаки всегда большие уровни. Там 40-й уровень где-то. Я сразу на него напал, чтобы как бы прокачаться. Потом смотрю, когда, типа... Ну, когда идет бой, смотрю, что-то сзади какой-то покемон такой прикольный, с такой круглой головой. И что-то я сразу подумал, что это Пиплуп. А потом, когда услышал его голос, что он сказал Пиплуп, я вообще охренел. Я сразу начал так торопиться, давай, быстренько убиваем Голдака, чтобы Пиплуп не убежал или еще что-то. Я убил Голдака и потом сразу же напал на Пиплупа и убил еще и Пиплупа. В смысле, не убил Пиплупа, а напал на него и словил еще Пиплупа. Офигеть, дорогие друзья. Вот сейчас я сюда... Да чё ты... Вовы, конечно, спавнитесь в покецентре. Вот, я сейчас забегу в покецентр. И, в принципе, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Вообще, в этой серии у меня глючит в жесть.
Меня... Смотрите, как назад меня откинуло. Так, дорогие друзья, давайте действительно это прощаться. В этой серии мы нашли, опять скажу, мы нашли двух редких покемонов, двух начальных покемонов. И, дорогие друзья, продолжим в следующей серии. Ставьте лайки за то, что мы нашли двух прикольных покемонов. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!